Самый первый проект, на который уже с 4 января идет прием документов, это «Дворы в порядок». На поддержку квартирных товариществ в рамках этой акции в городском бюджете выделено 395 тысяч евро. Субсидия в рамках акции может составлять до 70% затрат. Максимальный размер субсидии – около 16 тысяч евро в год. Последний день, когда можно подать документы – 1 марта. Но стоит поторопиться, ведь многие товарищества подготовили все необходимые бумаги и проект уже в прошлом году. Этот проект поможет обеспечить строительство парковок, детских площадок, зеленых зон. Словом, всего того, что необходимо квартирному товариществу для приведения двора в порядок. Некоторым может показаться, что сумма финансовой помощи от города слишком маленькая. Дело в том, что желающих получить эту самую поддержку очень много. И мы решили, что мы немного сократим бюджет на каждого ходатайствующего, но зато выделим деньги большему числу товариществ. Еще один масштабный и полезный проект – «Фасады в порядок», где фонд составит также 395 тысяч евро. Пользуется в столице не меньшей популярностью. Заявления управы частей города начнут принимать ориентировочно с 1 марта. А финальная точка приема документов не назначена, пока не закончится заявки от энтузиастов, желающих привести фасад своего дома в порядок, или пока не будет исчерпан бюджет проекта. Столичная мэрия также помогает товариществам придать своему двору ухоженный зеленый вид. Проект «Зеленый двор». Подать заявление на участие можно с 7 марта по 30 апреля. Я рада напомнить квартирным товариществам, что в этом году мы также готовы помочь им заняться озеленением прилегающих дворов. Более подробную информацию можно узнать на сайте Таллина. Но никаких сложных требований мы не выдвигаем. Завершить работы по озеленению необходимо к сентябрю. Субсидия покрывает расходы по покупке и высадке цветов, кустов и деревьев, покупке цветочных горшков, рубки и подрезки деревьев, но не расходы на покупку необходимых для этих работ инструментов. Словом, столичные власти постарались создать максимальные условия, поддержать инициативу квартирных товариществ, привести в порядок свой дом и двор. Главное – успеть подать документы в срок. Екатерина Плехова, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.